Ну что ж, всем привет! Сегодня мы проведем с вами жеребьевку на 3-й FMR Land Cup. Чтобы все знали, к какой посадке им приезжать, мы решили провести рандомную систему посева. Потому что я уверен, что большая часть команд хочет попасть во вторую. А предпочтение всех мы учесть не сможем. Поэтому для всех будет рандом. Абсолютно. На FMR Rush я расписал, каким образом мы будем сеять. Заходите туда, прочитайте. И я вам сейчас расскажу, каким образом я буду кидать монетку. Значит, чуть-чуть отодвинусь от стола, чтобы было видно. Вот монетка двухрублевая. И буду стараться так ее кинуть, чтобы все действия были вам видны. А то мало ли кто придираться будет. Кидаю, ловлю, кладу на ладонь. И аккуратненько, чтобы никто не заподозрил меня в мухляже, подношу ее к камере. Чтобы было видно, что это у нас 2 рубля, да? То есть решка. Руки трясутся, как всегда. Значит так, давайте начнем с хайсида. Так, хайсид у нас... Хайсид это у нас The Nation и МБК. Выигравший попадает во вторую посадку, проигравший в первую. Значит, МБК у нас решка. Решка. А The Nation орел. Кидаем. Так. У нас выпала решка. Решка. Значит, МБК во вторую попадает у нас посадку. Вот, теперь вам видно. МБК попадает во вторую посадку, The Nation в первую. Фиксирую это у нас в группах. Значит, группа А это первая посадка. Тут The Nation. И группа Б это МБК. Далее. Поехали дальше. Mid-high seed. Team 46 и Death Fish. Team 46 орел. И Death Fish решка. Кидаем. Ловим. Кладем. Опять решка. Death Fish у нас попадают во вторую посадку. Team 46 в первую. Тоже это фиксируем. Team 46 в первую. Death Fish во вторую. Далее. Mid Seed. Торнадо и CXZ. Торнадо CXZ. Фу, торнадо у нас орел. CXZ решка. Опять решка. CXZ. Давай. CXZ, значит. Ну, вам видно было, что это решка. Пусть скатывалась. CXZ во вторую, торнадо в первую. Что-то у нас жесткая первая посадка получилась. CXZ во вторую. Торнадо в первую. Кто-то поедет домой. И последний у нас low seed. Это Юю и Нинджа. Но еще Нинджа осталось в первую. Вообще будет супер. Супер посев. Юю орел, Нинджа решка. Ну я верю, что сейчас орел в четвертый раз выпадет. Потеря вероятности. Орел. Орел. Не видно вам. Как показать, чтобы было видно? Во, орел. Орел, значит, у нас Юю первую попадают. Юю. И во вторую ниндзя. Эх. Ну, в общем... Я готов выслушивать гневные слова в свой адрес, потому что первая группа у нас получилась группой смерти. Ну, кто же знал? Кто же знал, что меня так Т-44 подведут и развалятся перед, перед самым чемпионатом, участвуя на всех трех квалах. Придется The Nation побороться за выход из группы. Придется.
Итак, значит, давайте покажу вам, что у нас получилось. Таким образом у нас выглядят группы. Группа А. Первая посадка. The Nation, Tornado, Team 46, UU. Приезжаем к 9, а лучше к 8.30. Игры начинаются с 9.30 до часу. И группа Б, вторая посадка. Приезжаем лучше к 12, и в час начнутся ваши игры, скорее всего. Значит, как и обещал, сейчас посмотрю, есть ли какие-то вопросы, пока поставлю камеру. Нет, так вопросов никто и не задавал. Ну, в общем, все, мы закончили наш посев. Всем спасибо, ожидайте, возможно, я сделаю интервью перед чемпионатом с Ваней Сыром, если он согласится. Сегодня будут анонсы на ФГЦЛ, КСПЛ и Гудгейме. О подробностях узнаете ближе к чемпионату. Все, спасибо, всем счастливо.